Класс. Не в аналитике, так здесь, правильно? Всегда встречаемся. Всегда, всегда вместе, согласна. Ну что ж, все просто. Мы опросили людей на турнире и составили рейтинг самых популярных ответов. Ваша задача, конечно же, их угадать. Простых людей, всех людей, кто здесь. Всех людей. Проще будет. Поэтому... Не, ну слушай, не профессиональный взгляд, а человеческий взгляд на игру. Кто знает, кто знает. Смотрите, за самый популярный ответ вы получаете 5 баллов, за самый непопулярный ответ вы получаете 1 балл. Так что советую вам немного поднапрячься. Первый вопрос звучит следующим образом. А кто из нас первый? Тоже верное замечание. Да, ну, по классике? Да. Конечно. Раз, два, три. Опа. Зай, я верю в себя. Вопрос звучит следующим образом. Во время игры в паблике на Инферно что чаще всего говорят тиммейты в начале раунда? Гоу банан. Ну? Ну? Ну да, ну да, это первый ответ по популярности. Давай еще. Rush B. Нет, такого нет. Ну, в принципе, одно и то же. У тебя есть возможность сравнять счет. Так. Ну, наверное, давай Rush A попробуем. Да, чувак, ты что? Конечно, ну и бета, а почему бы и нет? Нет? Нет, конечно. Нет. Будет сложнее, да, чем казалось. Давай попробуем что-нибудь типа авик на центре. Практически близко, но нет. Да в плане близко, ну давай как-то близко, поточим нет, ответ, нет, вот, договоримся. Центральный коридор всегда важен. А, ну понятно. Я так понимаю, там остались ковры. Я думаю, что это связано с коврами. Не понимаю, мои подсказки хорошо. Слушай, пора вместе, нам надо объединиться уже, да? У нас есть энергия с тобой, давай, думай. С подсказкой. Что-нибудь с гранатами связано? Коридор. Возможно. Да. Смог на центре. Перефразируй. Мы на плане перефразируем, как на экзамене. Перефразируй. Флешка. Где? А, ну флешка в центре. Замечательно, правильный ответ. Спасибо. Да, конечно, это третий вариант. Третий вариант по популярности. Давай какой-нибудь тогда молик на бочках, если нет, мы... Нет, это слишком уже не в ту степь. Тут уже не выкрутить. Так. Если я не ошибаюсь, второй ответ по популярности – это классическая фраза. Я стою без бабок и говорю тебе... Эко. Я девушка, стою без бабок и очень хочу это получить. Купи слона или что-то подобное, да? Вот так, дорогие друзья, мужчины не понимают намеки девушки, а мне всего лишь был нужен дроп. Вот и все. Ну так купи слона, все, я тебе самую дорогую шмотку готов был дропнуть, камон! Мне не нужна дорогая, мне нужна с душой. Смотрите, 4 с популярности ответ был «Не пикайте мид», а 5 популярности ответ был «Ненавижу эту карту». Капец, как можно Инферно ненавидеть. Это есть такое, да. За участие в нашем шоу вы получаете первый в мире NFT от компании GoMining, который добывает своему владельцу BTC. Кстати, они уже у вас на почте. Ответил на 2 вопроса, стал миллионером. Да, а мы хотим напомнить, что NFT от GoMining это самый простой и понятный, доступный способ, чтобы майнить. Никакого оборудования не нужно, мы скачиваем приложение и начинаем уже действовать. Первая награда за майнинг приходит уже на следующий день после покупки. Так что приобретайте NFT от компании GoMining и не упускайте свою возможность.